Владивостоку окажут дополнительную поддержку в ликвидации последствий ливневых дождей. От удара стихии пришли в негодность многие участки дорог, подпорные стенки, ливневые канализации, зафиксированы протекания крыш в многоквартирных домах. Работы по ликвидации взяты на контроль. Об этом сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяка. Обратился в правительство, мы выделяем ему за то необходимые денежные средства, порядка на первом этапе около 200 миллионов, с тем, чтобы были расставлены бригады по всем участкам на ликвидацию последствий по дорогам, по крышам, по стенкам, значит, по ливневой канализации. Вот, с тем, чтобы как можно в более короткие сроки все это было устранено, и город вновь вернулся к нормальной жизни. Поэтому надеемся, что администрация города справится все. Мы готовы придать туда дополнительные силы за счет дорожно-строительных организаций, других ремонтов, тех подрядчиков, которые занимаются строительством. Организована работа штаба. Надеюсь, что за довольно короткое время все те разрушительные последствия наводнения будут устранены.